А вот и ваш будущий приз. Шоколадный фонтан. Рисовать нужно будет специальными маркерами, только чур без рук. Вижу, вы готовы, девочки. Тогда время пошло. Надо как-то схватить маркер зубами. Ох, непростая задачка. Да, получилось. Я всегда знала, что главное – упорство. Ничего себе! Девчонки уже почти все нарисовали. Надо поторапливаться. У меня рисунок лучше всех выходит. Так-то. Ну, просто копия. А это, оказывается, совсем непросто. Но я очень стараюсь. Ну вот, совсем не выходит. Надо что-то придумать. О, идея! Попробую рисовать вот так. Да, кажется, я нашла выход из этой сложной ситуации. Надо и мне так сделать. Ой, падаю! Моника, ну ты даешь! Ничего смешного я в этом не вижу. Ох, я вам сейчас покажу. Да, придумала. Если взять перышко и пощекотать нос... Пчхи! О, нет! Мой рисунок! А я что, я? Ничего? Это вообще-то не смешно! Получай! Фу, это же слюни! Какая гадость! Нет, только не это! Она еще и испортила мой шедевр! И ты у меня сейчас тоже получишь! Так-так-так, девочки, времечко вышло, показывайте свои работы. Да, конечно, вот моя работа. Вышло небольшое недоразумение. Нет, у меня просто нет слов, это ужасно. А это еще хуже. Моника, очевидно, что твой рисунок самый лучший. Поздравляю с победой. Настоящий шоколадный фонтан! И какой же он вкусный! Ты думаешь о том же, о чем и я? Ага! Мы вообще-то тоже хотим попробовать! И правда нереально вкусно! Как? Закончился? Ну, девочки! О, какой миленький песик! Какашка? Готовы? Тогда приступайте. Время пошло. Да уж, такое рисовать не очень бы хотелось. Ого, как быстро у меня получилось. Ну что ж, приступим. О, идея. Да-да, от моего носочка исходит сильный запашок. Но в этот раз я буду рисовать пальцами ног. Что-то мне нечем дышать. Так, фломастер взяла. Приступаю. А я буду рисовать с помощью локтей. Так гораздо удобнее. Колпачок долой и вперед творить. Ой, мой маркер улетел. Нужно скорее взять другой. Да что ж такое-то? Ну же. Ого, Моника все нарисовала? Девочки, время вышло. Сдавайте свои шедевры. Я бы сказал, так себе. Моника, да у тебя прирожденный талант. Шикарно. Ой, где это я? А, рисунок, точно. Вот. Очень плохо. И ты получаешь какашку. О, нет. Ну за что мне все это? Как же это мерзко. Ладно, рискну попробовать. Да это же вкуснятина! Мне даже смотреть омерзительно. Девчонки, это нереально вкусный шоколад. Просто пальчики оближешь. Хотите, я и вас угощу? Моника, на! А ты хочешь попробовать? Ну и ладно, мне же больше достанется. Ну а в этом раунде вы будете рисовать вот эту шикарную рыбу с помощью соусов. Между прочим, соусы очень вкусные. Ну что, девочки, приступайте. Время пошло. Для начала я подготовлю все необходимые цвета. Долой упаковку с желтого соуса, теперь с красного, с зеленого и с белого. Ты
Ты что наделала? Можно было поаккуратнее? Прости, я не специально. Надо поскорее стряхнуть с себя этот мусор и приступать к рисованию. Я начну с кетчупа. Вы только посмотрите, какой насыщенный цвет. А какая текстура? Да, то, что нужно. Я думаю, что васаби-соус идеально подойдет для моего рисунка рыбки. Ну что ж, приступим. Ой, что-то маловато тут краски. Придется взять другой цвет. Ну ладно, красный тоже подходит. Добавим деталей. Теперь еще один цвет и еще один, и еще один. Ох, красота! Ну какая замечательная рыбка у меня выходит. А у меня еще совсем ничего нет. Знаю. Чтобы ускорить процесс, я буду рисовать сразу 5 пальцами. А что это так вкусно пахнет? О, попробую немножко. Обалденно! Знаете, немножко не выйдет. Это слишком вкусно. О, да, мой любимый сырный соус. А вместе с кетчупом еще лучше. Супер! О, нет! Мой рисунок испорчен! Времечко вышло. Показывайте свои работы. Очень хорошо. Это плохо. Думаю, ты и сама понимаешь. А ты почему ничего не нарисовала? Что ж, тогда получай тухлую рыбу. О, нет! Какой же отвратительный запах! Просто мерзость! Ну что, желаем приятного аппетита! А у меня появилась идея, сейчас как поджарю ее. Ой, кажется, огонь слишком сильный, надо сделать его поменьше. Ух, ой. Ну ладно, начинаем подогрев. Готово. Ну что ж, сейчас попробуем. О, да, это выглядит как настоящий деликатес. Объедение. Вы только посмотрите на этого милашку. О, какая прелесть. Итак, пора нарисовать котенка на своем лице. You ready? Время пошло. Мур-мяу. Okay. Я обожаю котят и обязана победить. Итак, носик уже готов. Теперь добавим кошачьи усики. И не забыть про ушки. Я уверена, что из меня получится отличный котенок. 5 секунд, и все готово. Для начала я сделаю стрелки, чтобы мои глаза стали похожи на кошачьи. А затем обязательно прорисую мордочку. Уж в чем, а в гриме я профессионал. Что? Нет, ты только посмотри на нее. Ой, ты чего? Ты только посмотри, какой у нее крутой грим. Ну, раз она кошка, напугаем ее водой. Что такое? Ай, нет, прекрати сейчас же! Мой грим испорчен! Это нечестно! Но зато очень весело! О, у меня появилась идея! Лили, честно говоря, у тебя получается так себе. Но если хочешь, я тебе помогу. Так, это сюда, пару штрихов и готово! Ну, просто вылитый котенок! Где там мои очки? А, вот! Большое спасибо, Моника! Времечко на исходе! Показывайте свои личики! Мамочки мои! Милый котенок, тебе лучше этого не видеть! А что у нас здесь делает пират? Что? Пират? Ну, Моника, тебе очень идет, правда? Моника, у тебя вышло лучше всех! Поздравляю! Этот милаха отныне твой! Иди скорее сюда, мой хорошенький! Чи! О, нет! Кажется, у меня аллергия! Не переживай, Моника, мы о нем позаботимся! Итак, класс, внимание! Ваше первое задание – вот этот робот! Кто лучше нарисует, тот его и получит! Какой обалденный! Желаю удачи! Время пошло! Да, я нацелен на победу!
Начну, пожалуй, с фиолетового. Сейчас быстро выложу из шариков этого красавчика. О, да, вот это я художник. Ой, чуть не забыл сделать глаза. Кажется, у меня все готово. Ай да я! Осталось только склеить рисунок. Чего? Да моя работа ничто по сравнению с работой Крис. Есть у меня одна мысль. Вот и все, теперь меня никто не обойдет. Ты что наделал? Ах так? Тогда получай. Не отдам, это моя работа, а ну отпусти. Вот блин. Ой, ну какие же они дурашки. А у меня в телефоне есть схемы готовых рисунков. И тут как раз есть подходящий робот. Сейчас я быстренько нарисую такого же. Да, готово. Получилось идеально. Ребята, время на исходе. И все, показывайте работы. Алло, нас вообще-то ждут. Макс, прошу. Вот такой вот робот. А, больно смотреть. Идем дальше. Крис, покажи свою работу. У меня ничего нет. Да, от тебя я такого не ожидал. Бритни. Как вам этот милашка? Класс! Побеждает Бритни, и этот робот достается ей. Ура, ура! Смотрите-ка, ребята, он еще и танцует. Давайте все вместе. Вот умора. И ваше новое задание – нарисовать вот этот пончик. Все готовы? Тогда поехали! Я такая голодная, что просто обязана победить. Я сделаю свой пончик из скотча. Какой же он липкий! Итак, сперва нужно вылепить круг. Ой, ну какая я гениальная! А теперь добавим цветную посыпку. И чем больше, тем лучше! А вообще понятно, что это пончик. А, к черту сомнений, я гениальна. У Бритни получилось не похоже. Зато у меня есть идея, как сделать красивый пончик. Мне потребуются инструменты. Для начала возьмем рулетку. Ага, так, посмотрим. Все ясно, пропорции рассчитаны. А теперь я возьму циркуль и нарисую с помощью него два идеальных круга. Замечательно! И вот только теперь можно начать лепить скотч. Получится идеально! Посыпку я сделаю яркой, как у Бритни, но помельче и, конечно же, покрасивее. Видал? Думай, Макс, думай! О, вот она, идея! Я наклею посыпку прямо на скотч. И у меня получится объемный пончик. Как по мне, так это самая крутая идея. Смотрите, как я могу. О, ребята, время вышло. Показывайте ваши работы. Бритни, ты первая. Вот, скажите, мило получилось. Мама мия, почему так криво? Я старалась. Макс, теперь ты. Зацените, круто я придумал. Весьма любопытно, но работа Крис превзошла все мои ожидания. Поздравляю с победой. Ха-ха-ха, я вас сделала. Вот это да, какой же огромный пончик. У меня уже слюнки текут. И у меня. Отрежу самый аппетитный кусочек. Ого, да тут еще и моя любимая клубничная начинка. Это потрясно. Остановиться невозможно. Жадина и обжора. Сидите и кусайте локти. И ваш новый приз – далматинец. Какой милашка! Время пошло, можете приступать. Ой, Оро, тот, кто придумал рисовать печеньем, просто гений. Секунда, и все будет готово. Вот, блин, это оказалось не так просто, как я думал. Ладно, попробую еще раз. А это можно съесть. Обалдеть, как вкусно! Ты же сейчас все съешь. Ну и ладно, мне же лучше. Рисовать надо точно по-другому. И я уже придумала, как. Нужно отделить начинку от печенья и разложить их в две разные мисочки. Вот так. Тогда я легко смогу рисовать начинкой. Смотрите, какой милашка у меня получается. А из оставшегося печенья я сделаю темные пятнышки. Красота! Ай, крошки прям мне в глаза летят, аккуратней! Макс, как тебе? Ого! Я просто обязана сделать круче, чем у Крис. Итак, с помощью молотка я сделала крошку из печенья, а из нее я уже смогу быстро сделать мордочку. Ага, вот так.
А теперь уберу все лишнее и будет красиво. Зацените. Круто! Макс, вообще-то время заканчивается. Ты будешь что-то делать? Есть у меня одна идея, и мне понадобится иголка. Так, еще немного. Я должен успеть. Почти готово. Ох, как же это нервно. О, получилось. Фух. Время вышло, ребята. Я жду вашей работы. Вот мой долматинчик. Что скажете? Неплохо, но могло быть и лучше. А вот мой щенок. Прекрасно, Крис, умничка. Меня похвалили, меня. А, подумаешь, у меня тоже есть рисунок. Филигранная работа, блестящая. Щенок, у тебя новый хозяин. Большое спасибо, учитель. Это лучший день в моей жизни. А ну, руки прочь. Не бойся, милашка. И следующий приз – это корона. Кто лучше нарисует, тот ее и получит. С ума сойти! И это все? Поторопитесь, время уже пошло. Крис, можешь даже не надеяться, эта корона будет моей. Ай, как горячо. Я буду рисовать прямо по дереву. Ого, как прикольно. Что? У Макса в 100 раз круче, чем у меня. Правда это... Это самолет! Вот бы его получить, да? Нет, спасибо, мне нужна корона. Круто, Макс, молодец! А чем так воняет? О, нет, моя корона сгорела! Вот, блин, и времени почти нет! Что же делать, что же делать? Я так хочу победить! Макс, выручай! Ладно, уговорила. Один момент. Нарисовать корону, да проще не придумаешь. Ничего себе! Где ты так научился рисовать? Нравится? Еще спрашиваешь. Спасибо, мой герой. Ребята, стоп. Время вышло. Посмотрим, что вы нарисовали. Бритни. Вот, пожалуйста. Как бы это сказать? Отстой. Макс. Круто, конечно, но это... совсем не то. Ну и ладно. Крис, а что там у тебя? Та-дам! Как вам? Браво, браво! Это восхитительно! Ты победила и получаешь эту золотую корону! Я всегда о такой мечтала! Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте, мои дорогие фанаты! Вот умора! Дамы и господа! Дорогие фанаты! Ой, не могу! Я решила, что хочу пончики! Энит готова! Венсдей тоже! И бабушка уже приступает! Тесто я уже приготовила. Сейчас выложим его в форму и приготовим вкусные пончики. Закрываем и ждем. Так, а мне нужно приготовить классное тесто для пончиков. Делаем горку из муки, разбиваем яйцо, а теперь замешиваем. Формируем круглый пончик и отправляем в горячее масло. Ждем приготовления. Теперь моя очередь приготовить пончики. Заливаем в аппарат мое черное, как моя душа, тесто. И вот они уже готовы. Осталось придумать ужаснейший дизайн. А мне нужно присыпать мои пончики сахарной пудрой. Так они будут и пышные, и сладкие. Ну что, пора доставать пончики из масла. Поливаю сладкой цветной глазурью и посыпаю цветной посыпкой. Открывайся, жену! Ай! Ой, как неловко получилось! Но на пончике они хорошо раскидались. Готово! Приятного аппетита, малышка! Ого, какая вкуснятина! Хочу скорее попробовать пончики от Wednesday! Объедение! Хочу съесть все-все! А что у нас здесь? Ой, это что сверху посыпали? О, вкусно! Да, мне очень нравится! Идем дальше! Ой, какие классные яркие пончики! Интересно, а как они на вкус? Блаженство! Я решила, что побеждает Wednesday! Поздравляю! Хочу картошку фри! Окей! Окей! Уже приступаю! Бабуля, отдайте мне овощерезку! Ой, ну ладно, бери! У меня еще одна есть! Итак, а, это еще что такое? Сейчас я быстро справлюсь с этой картошкой и приготовлю быстрее и вкуснее всех. Бабуль, помоги, пожалуйста. Ой, тяни, тяни. Фух. О,
Спасибо, бабуль! Сейчас нарежем картошечку на маленькие кусочки и покрасим в радужный цвет. Красота! Пора закидывать в масло. Ого, уже приготовилась? Выложу на тарелку в виде радуги. Ким точно оценит. Я такая молодец! Бабуля, как тебе моя картошка? Превосходно! Моя картошка тоже уже готова. Сейчас попробуем. Ну, или не будем. Пересыпаем в форму и добавляем кетчуп. Вот так. Бабуля тоже уже все приготовила. Большое спасибо. А что там у Wednesday? Почти закончила. Мне нужно переложить картошку на тарелку и покрасить в черный цвет. Ужасная картошка готова. Теннет, ну успокойся. Давайте лучше отдадим картошку Фри на дегустацию. Ого, как много разной картошки! Радужная выглядит так мило! Сейчас оценим ее на вкус. Ой, ну какая же она забавная! Попробуем! Ну, неплохо, но я ожидала большего. А что там дальше? Эта картошка вроде как обычная. Пробуем. Вау, как вкусно! Ну и, наконец, черная картошка от Wednesday. Ой, какая гадость! Самая вкусная картошка получилась у бабули. Она и побеждает. Бабуль, не спи, я уже закончила рисунок. Я хочу пасту. Приготовите? Да. Ну, конечно. Отправляю спагетти в кастрюлю вариться. А я сделаю свои спагетти сама. Ой, как чихнуть хочется. Пчи! Ой! Все в муке? Простите, я не хотела. Так вот, делаем горку из муки и разбиваем два яйца. Но перед этим можно немного пожонглировать. В общем-то, и одного хватит. Замешиваем тесто. Красота! Теперь раскатываем из него парочку равных кругляшков. А теперь самое интересное – окрашивание. Далее пропускаем через специальный аппарат каждый кусочек, и моя радужная лапша готова. Отправляем варить. А у меня уже все сварилось. Перекладываем на тарелку. Ой, ничего не вижу. Зрение-то куда пропало так резко? Ох уж эта старость. Это же кетчуп, да? Бабуль, давай я помогу. Держи. Большое спасибо, Эннет. О, нет. Кажется, я неправильно держала бутылку. Я вся в кетчупе. О, зато зрение вернулось. Поливаем кетчупом и готово. Браво, бабуль. Wednesday, а ты что приготовила? Мои спагетти тоже сварились. Перекладываем их на тарелку и красим. Вещь, краситель. Спасибо, мой верный слуга. Думаю, одной капельки хватит. Вещь, неси следующий ингредиент. Благодарю. Добавляем пальцы ведьм на тарелку, наливаем немного кетчупа и посыпаем кунжутом. Ой, как страшно! Моя лапша тоже готова. Я добавлю миленьких осьминожек из сосисок и можно подавать. Приятного аппетита! Мамочки, эти спагетти выглядят очень пугающе. Пальцы? Нет, не хочу. Лучше попробую вот эти. Вот это выглядит аппетитно. Как вкусно! Идем дальше. Ой, радужная паста и милые осьминожки. Круто! Невероятно вкусно! Эннет, ты выиграла! Правда? Большое спасибо! Я почти дорисовала. Вот, хочу какао. О, в этом я мастер. Проще простого. Пока вы болтаете, я уже начинаю готовить. Засыпаю в кастрюльку какао и выливаю молоко. Разогреваем, размешиваем и переливаем в кружку, которую подарила мне моя внученька. Готово. Класс. А я хочу сделать какао из шоколада. Он у меня цветной и невероятно вкусный. Отправляем шоколад в кастрюльку и плавим. А еще добавляем сахара, чтобы было сладко-сладко. Ну нет, много сахара – это вредно. Ладно, бабуль, положу чуть-чуть. Вот видишь, совсем капельку. Моя умничка. Уже не смотрит?
Засыпаем весь сахар, чтобы Ким оценила. Нет, я отвернулась на секунду. Упс, на чем я там остановилась? Точно, мне нужно добавить немного молока. Только вот бутылка никак не открывается. Ну же! Ай, ну что ж такое-то? Хорошо, что не все вылилось, вроде бы должно хватить. Перемешиваем. Какая вкусная глазурь! Украшаем бокал, чтобы Ким точно было вкусно. Переливаем какао, а сверху добавляем взбитые сливки и кучу-кучу конфет. Готово! Ну, как вам мой напиток? Как по мне, обалденный! Спасибо, бабуль! Вы такие милые, что даже противно. Я буду подавать какао в бокале черепи. Бабуля, как вам? Напугал? Значит, бокал отличный. Мне понадобится молоко, какао и немного крови. Ладно, шучу, это просто сироп. Теперь переливаем все в бокал. Да, выглядит жутко красиво. А сверху должна быть шапочка из черного крема и вкусная посыпка. У меня все готово. Батюшки мои! У нас все готово! Какое все интересное! Хочу начать с какао от Wednesday. Оно такое же красное, как и мои волосы. Попробуем. А это точно от бабули. Волшебно. А этот радужный напиток точно от Энит. Класс! Я решила, что побеждает сложный выбор. Побеждает Энит.